שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, מלך מלכי המלכים. За 2000 лет последних у нас были разные, сложные, непростые вообще отношения с христианством, в принципе, христианство и иудаизма. Сегодня какой-то тренд, можно выделить еще? Что сегодня происходит? И можно ли как-то это улучшать? И нужно ли это улучшать? И вообще, куда мы двигаемся в отношениях между нами и христианами? Ой, Кирилл, спасибо вам большое за вопрос. Я просто еще раз предупреждаю, это вопросы без подготовки, но я не верю в случайности и совпадения, потому что последние несколько недель веду бурные, не то чтобы переговоры, а отказы со своей стороны участвовать в онлайн-дебатах с православным священником. Просто, да, просто так сложилось, там для одного портала меня попросили дать интервью, я дал интервью, там посыпалась куча вопросов, и один из активистов этого портала, я не буду называть ни названия, ни имена и так далее, он является практикующим православным священником, который написал кучу комментариев и потребовал со мной дебаты. Администраторы этого канала звонят мне каждый день и просят, чтобы я участвовал в этих дебатах, хотя администраторы, они, ну, в общем-то, гордые евреи, если так можно сказать, не хочу вешать на кого-то ярлыки, они очень-очень этого хотят, я понимаю, средства массовой информации и так далее, и я всячески от этого отказываюсь. И вот буквально последний разговор был вчера, потому что обсуждать, собственно говоря, нечего. И, как мы знаем, вы правильно сказали по поводу истории, в нашей истории никакие дебаты на эту тему для нас, вне зависимости от исхода дебатов, хорошо не заканчивались. Я могу даже поделиться личным таким вот опытом, поднимающим волосы на голове дыбом. Несколько лет назад один из международных проектов, в котором я участвовал, или, по крайней мере, до пандемии участвовал активно, постоянно это связано с международными поездками еврейской молодежи в Европе, там учеба, путешествия и так далее. И самая масштабная поездка была несколько лет назад, которая начиналась в Барселоне, и мне нужно было проводить церемонию не открытия, а просто официальную церемонию на одной из центральных площадей Барселоны. Мы говорим о там, почти 1500 участников этой поездки, которые там все собрались. Я, кроме того, что должен проводить подобные церемонии, там это была очень важная церемония, там губернатор Каталонии должен быть, мэр Барселоны, там женщина. Она мэр. И я, кроме этого, отвечал еще за одну группу этих студентов, которых я был, так сказать, их духовный наставник. И после того, как я с ними закончил свои вещания, учения богословия, мы погуляли немножко в Барселоне, я отправился на эту площадь, где шли подготовления к этому мероприятию. Я прихожу я не знал точно, что это за площадь, но историю немножко знаю, Барселону тоже. Я прихожу на эту площадь, там уже выстроены трибуны, на которых должны были сидеть участники. То есть полностью площадь закрыта. И тут я понимаю, что эта площадь, где в углу этой площади стоит здание, старинное здание, в котором именно в этом здании проходил диспут Нахманида. Вот я стою на сцене, а это здание прямо наискосок от меня на этой площади. Я практически, значит, смотрю на это здание. И, как вы знаете, Нахманид Рамбан был главным раввином общины Барселоны, мы говорим сейчас о 13 веке, и он был вызван, точнее, не то чтобы вызван, а из-за того, что местный правитель, там, герцог, кто он был, он достаточно толерантно относился к евреям и лично к Рамбану, то католические священники этим были очень недовольны и заставили вызвать Рамбана на диспут. Этот известнейший диспут Нахманида, он записан в книге, длился 3 дня. Нахманид попросил разрешения при условии, что он будет участвовать в этом диспуте, чтобы вне зависимости от исхода диспута никаких последствий ни для него, ни для еврейской общины не было. Естественно, правители подписали это соглашение. После 3 дней диспута, где Рамбан разнес всех в пух и прах, Рамбан был изгнан из Барселоны, начались гонения на евреев Барселоны, что мы знаем, что там уже в конце 14 века даже были и погромы, что привело другого величайшего мудреца, жившего в Барселоне, Хаздая Крескоса, в общем-то, отказаться от мнения Рамбама Маймонида. Но и мы стоим на этой площади. Я, естественно, до того подготовил все свои спичи, знаю, что я там буду говорить. И тут начинает вся эта кампания собираться.
1500 человек еврейская молодежь, включается еврейская музыка. Это было еще сразу после Пейсаха. Кто-то начинает танцевать, где-то одевает тфилин, кто-то там говорит какие-то псуки, кто-то просто там прыгает, что-то фотографируется. Город останавливается, люди начинают останавливаться вокруг, смотреть на бесконечное количество евреев. Ну, ни много ни мало, мы увеличили население Барселоны на тот момент на 25%. И я выхожу, выхожу на эту сцену и понимаю, что все, что я подготовил до того, вообще не имеет никакого смысла. И это та площадь, на которой происходили жуткие вещи для евреев. А сейчас мы после Пейсаха, свободные люди, здесь одеваем тфилин, танцуем под еврейскую музыку, отмечаем именно гордость нашего еврейского сознания без каких-либо диспутов, и у меня просто спонтанно, я говорю, а теперь давайте, как люди, которые горели здесь на кострах, последние собой, на этой площади, последние слова, которые мне говорили, это было «Шма Исраэль», а теперь мы, как свободные люди, давайте скажем «Шма Исраэль». И я говорю «Шма», микрофон в я не знаю, там, на площади все «Шма», и все «Исраэль, Исраэль». И у меня вот я сейчас рассказываю, прямо вот мурашки по коже, я вспоминаю, как это было. Может быть, для этого нужен был бы этот диспут, для того, чтобы для этой большой компании почувствовать тот момент, что нам не нужно ни с кем спорить. Я же не хочу ни в коем случае говорить о том, кто, от чего произошло. И самая большая ошибка, которая делается в общечеловеческом мировоззрении, это рассматривать иудаизм как мировую религию. Иудаизм – это не мировая религия. Когда говорится, вот, важнейшие религии, там, и христианство, ислам, буддизм, иудаизм, индуизм, иудаизм к этому не имеет никакого отношения. Да, надеюсь, я немножко... люди интеллектуально развиты понимают, что в этом ряду иудаизм исключение. Иудаизм — это наша маленькая домашняя религия. Соблюдающих иудаизм, если мы сейчас не говорим просто о еврейской национальности, в этом мире даже не 0,01%. Причем здесь, почему нам с кем-то все время нужно что-то доказывать? Это то, что касается с точки зрения иудаизма. Иудаизм категорически не занимался никаким миссионерством. У нас нет цели привлечь к себе бесконечное количество других людей и так далее. Это как раз было в зародыше заложено в христианстве исторически. И одна из причин, почему пришлось разделить христианство, которое было действительно одним из направлений иудаизма 2000 лет назад, выделить его отдельно. Тогда это было действительно запутанное время, где было бесконечное количество разных сект, направлений. Мы только знаем там о десятке, а что там еще творилось, мы не знаем. Это, мы говорим сейчас, начиная с 1-2 века до новой эры, это был первый прецедент в еврейской истории, когда еврейский народ делится по религиозному принципу. До этого были разделения по территории, разделения по сословию, по этническому какому-то принципу. Нет, это было первое разделение по религиозному принципу. То есть мы думаем сейчас, что у нас там каждый ходит в своей кипе и носит свои чулочки, и каждый считает, что иудаизм правильный, то сегодня это все цветочки по сравнению того, что было тогда, что и привело, в конце концов, к разрушению второго храма и знанию, в котором мы находимся. Поэтому христианство выделяется из иудаизма как религия, которая стремится к распространению среди других народов, и это прекрасно работает. К третьему веку новой эры уже существует более сотни, если не ошибаюсь, около 400 христианских общин по всему Средиземноморью, от Турции до того, что в дальнейшем станет Испания, в особенности Северной Африки. И на самом деле то, что мы называем сегодня христианством, к тому христианству не имеет никакого отношения, потому что потом просто начинаются, собираются различные councils, которые просто демократическим путем принимают решение, что такое будет христианство, потому что каждый из этих общин проповедует что-то свое. И там я сейчас ни в коем случае никого не хочу обидеть, но вплоть до того, эти документы существуют, вплоть до того, что идея непорочного зачатия, если я не ошибаюсь, принимается с перевесом в 4 голоса. Да? И так это адаптируется в христианстве. Рамбам Маймонидис, который, естественно, испытал на себе и отношения с исламом, и отношения с христианством, говорит напрямую, как и в Морен Эбухим в своей книге, и послании в Марселе, и он упоминает это, еврея Марселя, он упоминает это в какой-то степени в Мишне Тора, христианство и ислам — это прекрасные вещи. Почему? Потому что они распространяют, наполняют, так я процитирую, он говорит о том, что они привели в этот мир монотеизм,
и наполняют этот мир словами о Машехе. Это значит, что когда Машех, дай Бог, придет, или, по крайней мере, поймем, что он придет, это будет для всех очевидно. Это не будет как гром среди ясного неба. Это прекрасная вещь. Но, продолжает Рамбам и говорит, что все это время, пока они не пытаются к этому привлечь евреев, это все замечательно. Почему? Это не мне отвечать, но на всех этапах развития христианства первая цель, как и ислама, в общем-то, тоже изначально, это была цель Мухаммеда, пророка Мухаммеда, о том, чтобы это вот открыть что-то новое для евреев. Я по сегодняшний день на всяких своих онлайн, на своем канале Ютуба постоянно получаю комментарии о том, что мы там должны признать Мессию и так далее, и все. Зачем? А за чего вам сдались евреи? Оставьте евреев в покое. Мартин Лютер Кинг, Мартин Лютер, его идея реформации была в том, что теперь одна из основных идей – это сделать доступно для евреев, что вся там коррупция католической церкви, индульгенция и так далее, от этого отмежеваться, и теперь это будет доступно евреям. Когда он не был совершенно антисемитом, когда евреи сказали, мы тихо сидим в сторонке, подчиняем свой примус, не трогайте нас, пожалуйста. Ну и начался антисемитизм с его стороны, потому что он-то хотел как лучше, а получилось как всегда. Но сегодня действительно это меняется. Часть моей работы связана с общением с другими конфессиями. До начала пандемии это была практическая работа, сегодня это в основном теоретическая. Работаю капелланом одной из больших медицинских корпораций. И вообще идея этой работы произошла, что одна моя очень хорошая знакомая, которая переехала не так давно в Калифорнию, мы немножко меньше общаемся, она католическая монашка, она обратилась ко мне и сказала, что она хочет в этой корпорации создать группу, так называемую pastoral care, религиозных услуг для пациентов, для клиентов. И ее была идея собрать все разные конфессии. У нас там в компании был и буддисты, и там три или четыре христианские деноминации, и имам, и я, так сказать, был раввином этой корпорации и этой группы. Потом, когда она переехала, она опять попала в ситуацию, потому что мне предложили быть директором этого отдела, и нужно было опять же принимать решение, хочу ли я в это влезать. В общем, в конце концов, отказался. Потому что это, не хочу заниматься тем, что иудаи считают, что это неправильно, что иудаи и раввин будут руководить другими конфессиями, даже на уровне менеджмента. Но в этой практике я был несколько раз на этом симпозиуме, но один из самых запоминающихся для меня это был симпозиум, проходил здесь, в Нью-Йорке, в Calvary Hospital. Calvary Hospital вообще... это не совсем хоспитал, это больше как хоспис, это мека вот, капелланства, если так можно сказать. И там собралось и раввины, и, в общем, бесконечное количество конфессий. Я там познакомился даже с шаманом племени, не помню какого, где-то в Дакоте, он, кстати, очень классно выступал. Но одно из выступлений, которое там было, которое вызвало огромный фурор, не поверите, выступал один, я не сильно разбираюсь в этой сегментации, но какой-то очень важный католический священник нью-йоркский. И он выступал, и он говорил, как бы все обсуждали о том, как мы, как религиозные деятели, можем помочь людям, которые или находятся в конце своей жизни, больные. Мы знаем, что в иудаизме это одна из важнейших заповедей, Бикур Холим, навещать больных, и я там тоже выступал, объясняя эту заповедь. И вышел этот католический священник и начал говорить, что когда ты приходишь к пациенту, ты должен привести его в свою веру для того, чтобы он помолился с тобой. И я так чувствую, что что-то он говорит не то, что-то здесь не так. И тут я вижу, в первую очередь, католические монашки, моя коллега, которая вообще пресбитериан, они как начинают на него наезжать. Она говорит, вам не кажется, один там стал один парень, с которым вместе работали, он говорит, что вам не кажется, что это... немножко устаревший взгляд на христианство, что уже давным-давно даже католическая церковь отмежевалась от миссионерства, о том, что у каждого своя дорога к Богу, и тем более, когда ты являешься капелланом какой-то организации, которая не является одной конфессией, ты в своей конфессии делаешь то, что ты хочешь. А когда ты обращаешься к человеку, это его отношение с Богом. Этот пожилой священник стоял на своем, но что выяснилось из этого? Все, кто там были, говорили, что сегодня это уже не то. Сегодня нету цели доказать кому-то, что ты прав. Или, как говорит Кицур Шулхан Арух, о том, что человек, который чувствует, что ему хорошо, потому что это лучше, чем кому-то другому,
это человек, который теряет удел в грядущем мире. Абсолютно точно так же между конфессиями. Никому ничего не нужно доказывать. У каждой сидит, подчиняет свой примус. У тебя получается хорошо. Не надо свое счастье натягивать на кого-то другое. У нас у всех свои личные отношения с Богом, и никто, никакая конфессия, никакой ни священник, ни имам, ни даже, а тем более раввин, не может их корректировать. Поэтому, дамы и господа, вам хорошо в вашей религии, в вашем понимании. Занимайтесь собой, а евреи пусть занимаются наконец-то собой точно так же. Спасибо огромное, Раваш Рашуль. В шоу To Go каждую пятницу. Огромное спасибо. Спасибо большое, Кирилл. Шаббат шалом. You.